Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет арбалет. Арбалет пистолетного типа. Так, мы покажем, как он стреляет. Покажем стрелы. Вот тут есть такие мишени. Сейчас я вам покажу. Вот мишень. Тут есть. Так, вот коробка от него. Это стрелы. Вот они, стрелы. Вот так. Вот еще стрелы тут. Есть металлические, есть пластмассовые. Это специальная, так сказать, смазка для стрелы, чтобы она не трескалась, была эластичной и так далее. Так, вот такая коробка от него. Так. Вот он. Такая пенопластовая коробка. Как видите, здесь есть отделение под стрелы, под сам арбалет и так далее. Вот тут есть еще такие пульки, но это пульки от пистолета. Их можно... Вот это вот откручиваешь. И для утяжеления стрелы, чтобы она была более тяжелой, можно вот эти пульки положить туда внутрь, а потом обратно закрутить. Вот. Ну что, дорогие друзья, сейчас я вам покажу, как его заряжать и как он стреляет. Ну что, поехали. Пластмассовая стрела. Заряжаем. Снимаем предохранитель. Вводим, заряжаем автоматически на предохранителе, ставим, снимаем с предохранителя, прицеливаемся, выстрел произведен, заряжаем желтенько, прицеливаемся. Тут расстояние сколько? Метров 4-5. Сейчас попробуем отойти. А кто покажет? Ну ладно, не показывай, а то что позорится. Да.